Административной комиссии предстояло рассмотреть 16 протоколов по уже привычным нарушениям. Шум в ночное время и нарушение норм благоустройства. Участники административного производства уведомлены всем надлежащим образом. Из 15 приглашенных 9 человек присутствуют в коридоре, ожидают вызова. Не раз отмечено, что личное присутствие облегчает не только совесть. В большинстве случаев члены комиссии принимают во внимание раскаяние нарушителя, назначив минимально возможное наказание. Комиссия выносит решение о наказании вас в виде административного штрафа 1000 рублей. Из 16 протоколов 6 по нарушению тишины. За шум с 22 часов до 6 часов утра полагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Частенько может быть с ребенком, возможно, с больным, с температурой, уснуть не может, а у вас там веселье, праздник, выходной день. Ну это вот, у меня просто это вот за грани какой-то вот выходит, это его. За парковку в неотведенных для этого местах штрафы серьезнее – от 3 до 5 тысяч. Но помимо кармана страдает и репутация нарушителя. Неприятный инцидент остается не только в памяти. Этот штраф будет вам записан, что вы были привлечены к административной ответственности, и теперь через год, через 2-3 будут везде по вам идти эти данные. Это не так просто. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.